Вечер, времени уже 22 часа. Хотел написать небольшое видео про то, как можно использовать систему Majordomo для развлечения, там, для прослушивания музыки. Причем музыки не только как которая у вас, не только той, которая у вас сохранена на компьютере, на домашнем, там. И вы добавили в избранное, вот как в прошлом видео мы делали. Ну и, допустим, ВКонтакте. Музыка, которая ВКонтакте. Соответственно, для этого нам нужен будет профиль ВКонтакте. Вот. И такой вот файлик, который я также сохраню под этим видео на диске Google Drive. Итак, что нам нужно для начала? Тут все расписано. Для начала нам нужен получить токен. Токен — это такой идентификатор приложения музыки, музыки ВКонтакте. Так, нам нужно перейти вот по этому адресу. Вот этот адрес я взял на форуме этого умного дома от Сергея. Вот. Поэтому просто вот переходить. Значит, копируем, здесь вставляем и переходим. И тут пишем «Разрешить». И, соответственно, вот такая ссылочка у нас здесь появляется. Нам нужно скопировать из этой ссылки, вот начиная с этого равно, и вот до такого вот знака доллар, или как это, я не знаю, как он называется. Ну вот до сюда, в общем, вот именно вот эти значения. Так, пока просто выделяем. Вот. Значит, заходим в панель управления. И нужно создать сценарий. Вот, куда и будем вписывать этот токен вместо вот этих единичек. Так. Сценарий, да? Так, добавить новый сценарий. Название мы сделаем. Все как здесь, чтобы не было никакой путаницы. Копировать, вставить, добавить. И теперь сам код. Значит, копируем вот так вот полностью. Полностью вот до сюда. Копировать. Естественно, код я тоже взял с форума. Здесь я просто объясняю, как сказать, на пальцах. Для тех, кто не очень хочет углубляться, искать по форуму, или просто лень. Вот. Пока не сохраняем. Нам нужно заменить вот эти единички все на наш токен, который мы создали. Вот мы его выделили здесь. Значит, копируем. И вставляем. Вставляем. Так, у нас есть токен. У нас есть скрипт, который выполняет. Но, как сказать, но для этого скрипта мало, мало вот этих всех параметров токена. Вот. Чтобы он работал, нужны какие-то параметры, как он будет искать музыку, какую музыку. Не будет же он всю прям музыку, которая ВКонтакте сохранена. Для этого нам нужно сделать шаблон, который позволит нам, во-первых, управлять этим скриптом, а во-вторых, будет отвечать за то, что мы хотим услышать. Там просто музыку, одну песню, свою музыку, музыку альбома какого-то или исполнителя. Так, это сохраняем и переходим теперь в шаблоны поведения. И добавляем новую запись. В шаблонах я создал вот три шаблона таких. Тоже посмотрел, немного подредактировал под себя. И вот. Давайте посмотрим, за что они отвечают. Первый шаблон — найди музыку. Вот. Помним, что каждая скобочка — это значение какое-то. Вот. И сам шаблон выполняет вот такой скрипт. Давайте немного объясню. Room скрипт — это запуск скрипта. VK Music — это наш скрипт, который мы создали в VK Music. И дальше параметры. Array. То есть параметры array. Так, value matches 3. Здесь
Это значит, будет использоваться третье значение, ну, треть, значение в третьих скобочках. Вот, допустим, мы скажем «найди». Вот, первая скобочка, вторая скобочка. И третье значение здесь музыку, допустим, Аллы Пугачевой. Вот. Соответственно, сюда он подставит «матчестри». Вот, вместо «матчестри» будет тут написано «Аллы Пугачевой». «Моды 2» будет искать по исполнителям «Моды 2». Вот, ну, циферка 2 в моды. И coin это 100, 100, это количество треков. Здесь вы можете любое количество треков написать, ну, хоть 1000, хоть один, без разницы. Но если здесь стоит моды 2, он будет искать именно исполнителей и воспроизводить по исполнителям. Ну, то есть, если вы скажете «найди песню Аллы Пугачевой», то он найдет все песни Аллы Пугачевой, выделит оттуда первые 100 и закинет в плеер VLC. ВКЛЦ или ВЛЦ, как он там называется, уже забыл. Вот. Ну, ваш плеер закинет, и то есть воспроизведет все 100 песен подряд. Вот. Соответственно, найди песню, находит одну песню. Вот. Все то же самое, третье значение из скобочек, ну, третий скобочек значение. То есть найди песню там, не знаю, в лесу родилась елочка, а он найдет одну песню. В лесу родилась елочка. Почему одну? Потому что мы, во-первых, не указываем коинт количество треков, вот, которые воспроизводимых, а во-вторых, у нас здесь цифра 1 стоит, а цифра 1 означает, что будет искать он по названию песни, а не по альбому, не по исполнителю. Вот. И включи мою музыку. Это, ну, все то же самое, только здесь не используется никаких скобочек, значений, просто включи мою музыку и вместо матча 3 мы пишем ID пользователя, то есть вашего пользователя, вас, ну, как сказать, ID контакт вашего контакта, ну, как-то так там, да. Ну, вот, допустим, у меня ID вот, 915, ну и так далее, вот, без ID, то есть делаем мы все вот так вот. Ну, давайте сначала создадим все три шаблона. Давайте копируем название. Вставить, добавить. И сам шаблон. Так, куда я делал? Сам шаблон. Копировать. Вставить. Сохраняем. Так. Добавляем еще один. Да что ты все сюда-то лазаешь? Так. Копировать, вставить, добавить. Это для песенки. Копировать. Вставить. Так. И как вы видите, я оставляю все в название. Вот. Здесь просто можно название описать и шаблон сюда прописывать, а можно и вот просто в названии представить сам шаблон. И так работает, хотя не знаю, для чего тогда шаблон спрашивается. Ну, для чего-то нужен. В общем, работает и так, и так. Так, сохранить. И добавляем последний шаблон. Копировать. Так. Вставить, добавить. Что-то я не то сделал. Так, шаблон. Копировать. Вставить. Так, шаблон, соответственно. Такой вот. И вместо ID пользователя, ID пользователя мы копируем вот это. Вот эти цифры после ID. То есть только цифры. Вставляем. И сохраняем. И на этом, в принципе, вся настройка закончена. Вот. Ну и давайте проверим. Так, сейчас я переключусь на этот профиль здесь. Будем проверять сразу в Major Droid, в
приложений. Какую музыку, например, музыку, музыку. Включи мою музыку, дайте музыку. Мою музыку я не буду включать, потому что там авторские права. Исполнителя, не знаю, тоже, наверное, не буду. Какой у нас исполнитель разрешит нам использовать музыку для YouTube? Ну, давайте просто... песенку найдем. Давайте, так. Найди песню «В лесу родилась елочка». Вот, пожалуйста, он находит песню «В лесу родилась елочка». Это вот лесу. Да, это песня «В лесу родилась». В лесу родилась елочка. И, соответственно, скажем мы, найди там, включи мою музыку. Он включит музыку с вашим ID. Ну, то есть все, что вы тут прописали, музыку с вашего ID, с вашего профиля ВКонтакте. Вот. И найди музыку, соответственно, он найдет музыку 100 песен. Здесь, кстати, может, ну, я уже говорил, можете менять. Вот, по исполнителям, то есть найди музыку там, не знаю, как кого-нибудь там, какой-нибудь Король и Шут, он найдет Король и Шут. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.